Ну, пусть я так и сказал. Но Косака слишком уж покладиста. Вот бы она стала хоть чуточку проще. После уроков жду на спортивном складе. На спортивном складе? Не верится, что меня ждут в таком месте. Не может быть. Это ведь не то, о чем я подумал. Шинозаки! Да нет. Такое вряд ли случится. Братик, поди ниц передо мной! Мной! Ты перестаралась. Прости. Я подумала, что что-то из этого может тебе понравиться. А ты серьезно подготовилась? Хочешь попробовать шокер? Давай, бей куда захочешь. Да не хочу я! Дорогой, у Шинозаки в сумке какой-то порно-журнал. Нет, ты же сама его туда положила. Действительно. Значит, хочешь, чтобы я сама сделала что-то из этой книги? О, чего? Как твоя девушка, я бы могла... Кажется, мне нужно немного подучиться. Похоже, к такому ты не была готова.